Всем привет, с вами Виктория. В этом видео я хочу вам рассказать, как приготовить шоколадный бисквит для торта. Сегодня у меня шоколадный бисквит на молоке. Итак, в миску выбиваем 3 яйца. Кстати, если вы еще не подписаны на мой канал, то подписывайтесь и заходите почаще. К яйцам добавляем щепотку соли и 180 грамм сахара и взбиваем миксером в белую пышную массу. Для приготовления этого бисквита я яйца на белки и желтки не разделяю, а взбиваю прямо так. 180 мл молока ставлю в микроволновую печь на 20 секунд, чтобы оно стало немного теплым. В 230 грамм муки добавляю 1,5 чайные ложки разрыхлителя, пол чайной ложки соды и 40 грамм темного несладкого какао. И все тщательно перемешиваю ложкой. И теперь в несколько приемов просеиваю все рассыпчатые ингредиенты. Постепенно добавляю в несколько раз слегка теплое молоко и перемешиваю силиконовой лопаткой. Миксер нам больше для бисквита не понадобится. Перемешиваем аккуратно круговыми движениями, чтобы яйца не осели. И тесто получилось пышное. Добавляю еще одну порцию молока и продолжаю перемешивать. На данном этапе масса должна получиться пышная и однородная. Такие шоколадные бисквиты получаются очень вкусные и готовятся довольно просто. И в самом конце добавляю 80 мл растительного масла без запаха. Вместо растительного масла можно добавить растопленное сливочное масло, слегка его остудив. Подготавливаем формочку, размер моей формы 20 сантиметров диаметром. Я ее застилаю пергаментной бумагой. Бумага у меня силиконизированная, поэтому я ее ничем не смазываю. И переливаю тесто в форму. Духовку я уже разогрела на 180 градусов. И ставим запекаться тесто в духовку примерно на 30-35 минут. Ориентируйтесь по особенностям вашей духовки. Запекаем до сухой зубочистки. Бисквит у меня отлежался, я его разрезаю на 3 равных коржа. Мне очень удобно разрезать бисквиты с помощью ножа и нитки. Шапочку в этом рецепте я тоже полностью использую. Таким образом у нас все идет в ход. Рецепт приготовления этого торта можно посмотреть на отдельном видео на моем канале. Ссылку я вам оставлю в описании. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Всем желаю приятного аппетита, удачных вам тортиков и до новых встреч с новыми рецептами.